Здорово, клэшеры, с вами как всегда я, Армон, и сегодня, ребят, мы будем делать фанатаки радиоактивными миньончиками, посмотрим, на что они способны, и, в принципе, попробуем немножечко нафармить с помощью этих прикольных юнитов. Ребят, для следующего ролика давайте попробуем 2 лайка всего лишь набрать под этим роликом, и после этого у нас выйдет новый ролик, так что жду ваших лайкосиков, ребятушки, и, конечно же, подписывайтесь на канал, если вы вдруг... Тут впервые ролики у нас выходят очень часто, так что смотреть всегда вы найдете, что на канале. И, в принципе, пишите свои комменты внизу. Ну, а мы, ребят, давайте начнем наши атаки. Конечно, да, немножечко трудновато будет тут нам нападать. Почему? Потому что у нас Тесла будет качаться. Ну, ладно, попробуем, как мы без Теслы нападать. В общем, погнали, ребят, сделать нашу первую атаку. И, в принципе, кто тут у нас будет? А вот такой вот чувачок попадается. Блин, хотелось бы, конечно, на... Это вот чувака напасть, а какой-то другой армии, но, в принципе, раз уж мы атакуем миньончиками, то тогда будем атаковать собственными миньончиками. Так, тут лишние проценты нам мешать не будут, так что чем больше процентиков, тем, собственно, лучше. И сейчас будем постараться взять вот много-много процентиков. Блин, дальность, конечно, у ПВОшечки очень-очень большая. Сейчас нам надо по-быщенькому взять вражеский домик строителя, чтобы можно было так взять хотя бы звездулю. Так, сейчас что будет делать миньончик? Меню, пожалуйста, давай, отличненько. Прям супер, ПВОшечка не достает. Это, ребят, просто шикарненько. Сейчас, если до пушечки тоже можем получится доставать, то вообще прям будет много процентиков. Так, миньончик, давай на пушечку. Блин, я думал, что достанет, но нет. Окей, ладно, тогда уж идем на домик строителя. Посмотрим, что у нас получится. Так, дальняя атака делает свое дело. И 39%. 45%. Сейчас, если миньончик сможет добить. Не может добить. Окей, давай. Блин, все. 45% всего лишь. Можно было до 50 дойти, но нет. И 45%. Так, это чувак тоже. Я думал, что мы проиграли, но нет. И что сделал наш противник? Так, лучницами и гигантами напал. В принципе, ребят, миньончиками нападать получается довольно-таки неплохо. Только надо нападать на те базы, где ПВОшечку и башню лучниц можно по-быщенькому, знаете, так сносить. Если они не будут на карте, то все изи получится, ребят. Ну, а так, все. Ну, тут, знаете, в чем прикол? Что мы сразу оба 45% набрали. Как это так получилось, я... Если честно, не знаю. Ладно, ребят, так, за гемщики ускоряем все это дело. К сожалению, новых ресурсов мы не получили, но идем, ребят, дальше. Вот, опять же, очень, прям очень тяжелая база, потому что ПВОшечка с башней лучниц будут тут просто мочить всех наших юнитов. Ладно, давайте сейчас процентики попробуем взять. И, в принципе, всеми миньончиками пойдем вот сюда, вот, чтобы по-быщенькому сносить башню лучниц. А то что-то по-другому я не знаю, как тут нападать. Давайте на башню лучниц, давайте, сносите эту башню лучниц. Так, тише. Ого, 34%. Хорошо, что башня лучниц снесена, но ПВОшечка... Ай-яй-яй, на этот раз Тесла делает свое черное дело. 39% без единой звезды. А противник делал 45% в то время. Уже вторая атака на нашу боссу и 45%. Согласитесь, если бы Тесла у нас стояла, то была бы ситуация совсем иначе. Вот тут, допустим, никак не прошли бы лучницы. Вот, ну и, в принципе... Из-за отсутствия Теслы, ребят, у нас получается вот такая вот фигня, и побеждать у нас получается с трудом. Ну, пока что не получается, конечно, но если получится, то будет с большим трудом. Сейчас давайте посмотрим, вот что творится у нас на основной деревне. Тут, как всегда, все спокойненько, армия ждет. Так, что-то можно сейчас прокачивать? Нет, 2 ляма надо. Собираем, ну и... Ну, в принципе, можно
прокачивать пружиночку. Только знаете, в чем прикол? Если я прокачаю, то идти в атаку у меня не получится. Так что, думаю, лучше не потратить свою золото. Вот. А лучше вот тут за гемасики будем ускорять все это дело и пойдем в очередную атаку. Так, тут ПВОшечка у нас стоит рядом с башней лучниц. Ну, ребят, смотрите, что тут можно сделать. Тут можно немножечко хитрить, только тут Тесла будет мешать. Ребят, у нас вот два вариантика. Либо сносить пушечку, башню лучниц с ПВОшечкой, либо, в принципе, взять процентики. Думаю, тут хорошим вариантом будет сносить башню лучниц. Так, ПВОшечкой. Потому что если мы по-другому будем поступать, то хана нашим миньончикам будет по-любому. Так что лучше вот так. Все миньончики вперед, ребят. Все вперед на башню лучниц. Так. 17%. Не, блин, миньончики очень прям слабые. ПВОшечка просто мочит их на ура. Так, дальность тоже не хватает нашим миньончикам. Ой-ой-ой-ой, бедные миньончики. Нет. ПВОшечка первого левела просто снес наших миньончиков на изи, и тут поражение 39%. Ну, в принципе, опять же, с помощью лучниц. Окей. Ну, по-любому, там мы больше процентиков взять не могли бы, потому что чисто миньончиками напасть это немножечко... Ну, как немножечко, это очень трудновато, ребят. Если бы, допустим, у меня были лучницы, то ту базу можно было на изи взять, с помощью лучниц можно было сносить ПВОшечку и башню лучниц и идти, в принципе, на трешечку. Окей, что тут у нас, ребятушки? Ой-ой-ой-ой-ой. Знаете, что мы тут сделаем? Мы тут сделаем вот так вот. Еще вот так вот. Ну, а... Так. Давайте. Есть. Ой-ой-ой, всех остальных миньончиков мы скинем вот сюда вот, в надежде, что они снесут ПВОшечку. Да, в принципе, снесут ПВОшечку, только прикол в том, что мы сейчас играем против четвертого домика, а у четвертого домика есть вторая башня лучниц. Это просто капец. Так. Блин, что это за звук? Лол. А сейчас посмотрим, ребятушки. Так, давайте ратушу. Да, ратушу мы возьмем, точнее домик строителя, блин, какую нафиг ратушу, я что-то все время путаю ратушу с домиком строителя, и в принципе 45%, 50% у нас взять не получится, к сожалению, но в принципе тоже неплохо, остается, чтобы вот наш домик строителя, о! Уцелел отлично, 39%, то ли 39% у нас забирает, то ли 45%, отлично, давайте сейчас... повторчик посмотрим. Миньончики и дракончик. Окей. Что у нас получится? Как защищаться? Ну, хорошо, что у нас получился защищаться, но вот как именно мне очень сильно интересует. Так, дракончик, второй дракончик. О, ПВОшечка против дракончика. Вообще жесть, ребятушки. Сейчас посмотрим, что из этого у нас получится. Так. Ну, ПВОшечка дракончика сносит на ура, просто на изи. Так, и сейчас под ПВОшечкой попадается второй дракончик, и он ничего не может делать. В принципе, уничтожается прям бусинка, а там башня лучниц против миньончиков справляется тоже на изи. Окей, ребятушки, давайте еще разочек пойдем. 12 миньончиков, и что у нас за база? Вот такая вот база у нас получается. Так. Телефончики нам просто не дают покоя. Ну, в принципе, что делать? Давайте вот таким вот образом попробуем взять процентики от вражеской вот этой базы. Посмотрим, что... будет. Так. Получается пока что ничего нормального. И всех юнитов все, что, пускать или как? Так, тут по краям зданий нету. Нету никаких зданий. Так, ПВОшечка дотягивается. Ну, вот капец, а. Ну, в принципе, что? Выпускаем наших всех миньончиков вот отсюда. Вот посмотрим, что получится. Блин, красивенько так они... Ой-ой-ой, пускают свои снарядики. Так, 23%, 28%. Ну и
ратушу они не возьмут, это уж точно. Все, 28%. Так, и тут у нас поражение. Блин, обидно на самом-то деле, что опять же 45%, но... Ладно, ребят, посмотрим сейчас, как они напали на нас. Так, чисто лучницами напал чувак. Так, давайте лучницы, посмотрим. Блин, опять же Тесла, отсутствует Тесла и все. Если было бы Тесла, то хрен там, они 45%. На 20% застряли бы они. Ну нет, нету Тесла. Окей, вот так вот получается, ребята, такова с чистыми минюнчиками радиоактивными. И надеюсь, вам понравился данный ролик, и вы обязательно зацените его своими лайкосиками. Давайте попробуем много лайков набрать под этим роликом, и, в принципе, я буду очень рад, и, в общем-то, жду ваших лайков и подписок. А на этом у меня сегодня все. Спасибо за просмотр, с вами был, как всегда, я Армон. Всем удачи и всем пока, ребятушки.